Добрый день! В эфире творческая мастерская. Посмотрите, там и тут в небе праздничный салют. Распускаются цветы необычной красоты. Взрослые и детвора громко все кричат «Ура!» Отмечает наш народ День Победы каждый год. Сегодня мы с вами попробуем нарисовать цветы к нашему празднику Дню Победы. Нам понадобится металлическая мочалка, гуашевые краски, тарелочка и картон. Ну и, конечно, ваше хорошее настроение. Берем тарелочку. Смешиваем несколько цветов краски. Я взяла красный, желтый и бежевый. Беру металлическую мочалку, макаю ее в краску и начинаю круговыми движениями рисовать наши волшебные цветы. Теперь берем кисточку. Соответственно, у нас стебельки у цветов зеленые. Я взяла зеленую краску и рисую стебельки. Дайте ребенку, пусть он сам пофантазирует и попробует, как это интересно. Когда будете рисовать эти прекрасные цветы, можете в стихотворной форме рассказать, для чего вы это делаете. Этот кустик диких роз Мишка из лесу принес. Чтобы утром ты проснулся, увидал и улыбнулся. Вот и закончили мы рисовать этот прекрасный букет. Яркий, красивый. Он очень подходит к нашему празднику 9 мая. Подарите его маме, папе, сестре или брату. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч! С праздником! С Днем Победы!